Всем привет, это то долгожданное видео про полеты на DJI Mavic Air. Сегодня я покажу вам режимы быстрой съемки или попросту квикшот. Сразу говорю, качество такое, потому что я записывал с захватом экрана, а не самим дроном. Если писать самим дроном, получается очень круто. Ну что же, смотрим. Первый режим – это режим дрони. Выделяем себя, назначаем нужную нам дистанцию, нажимаем Go, и квадрокоптер начнет от нас отлетать. После того, как он заснимет классные кадры, он закончит запись и вернется к нам назад. Следующий режим – это циркл. Выделяем себя на экране, нажимаем Go, и квадрокоптер будет облетать нас по кругу. После снятия видео он вернется в место, откуда он взлетал. Еще раз повторюсь для тех людей, кто прослушал в начале. Качество такое, потому что записываю захватом экран. Я потом как-нибудь вам покажу эти быстрые режимы в нормальном качестве. Я не знаю, почему у меня тут все так виснет дико, и за это тоже извиняюсь. Третий режим – это хеликс, то бишь по спирали. Назначаем дистанцию, выделяем себя, нажимаем Go, и квадрокоптер начинает облетать нас по спирали. Лично для меня это мой самый любимый режим, потому что из него получаются очень, как по мне, красивые кадры. Режим рокет. Выделяем себя, назначаем высоту, нажимаем Go, и квадрокоптер начнет медленно взлетать и снимать нас сверху. После съемки он вернется назад вниз. И предпоследний режим – это бумеранг. Выделяем себя, нажимаем Go, и квадрокоптер будет отдаляться от нас и приближаться к нам с разной высотой. Ну и на финалочку режим астероид. Выделяем себя, нажимаем Go, и квадрокоптер начинает отлетать от нас. Когда он поднимется на нужную высоту, он остановится и начнет фотографировать все вокруг себя, чтобы в готовом видео получилась своеобразная планета. А что получилось, вы увидите в конце видео. Ну и под конец, чтобы забить хронометраж, хочу сказать вам, что полетное видео в нормальном качестве, а точнее 2.7К, 50 кадров в секунду, выйдет завтра. Во сколько по времени, сказать не могу, но выйдет точно завтра. Ну и всем спасибо за просмотр, ставьте лайк. И не забудьте посмотреть астероид в конце видео, уже буквально через 10 секунд. Давайте, пока. Thank you.